Прежде всего я понял, что благодаря тому обучению, которое мы получили, мы сможем теперь в будущем продвигаться все дальше и дальше по ступеням дайвинга. И я уверен в том, что те инструктора и те напарники, которые вокруг меня, они все-таки позволяли на протяжении всего времени и сейчас показать ту командную работу, которая вот необходима в данном виде спорта и отдыха и вообще жизнедеятельности. Экзамен пошел на ура. Ну, конечно, все равно мы волновались, понятное дело, когда есть инструктор Дмитрий, глазами такими злыми что-то, ты понимаешь, что делаешь не так и пытаешься переделать, но все равно. Понравилась опять еще очередная аварийная ситуация, перекрытие газа, когда нужно решать. Инструктора нас к этому готовили,
И как бы все справились. И действительно, да, есть время, тренировки, идти дальше к цели. Прошло все более-менее хорошо, если бы не одно «но». В воде было нас 5 человек, был оператор, который всегда слепил глаза, из-за которого я не видел команды нашего инструктора Дмитрия. Вот оператор мне мешал сдавать экзамен. Но, в принципе, я доволен результатом. Начнем с того, что хочу всех поздравить. Все дошли до конца обучения, до сдачи экзамена в бассейне, живыми и здоровыми. Хотя изначально были сомнения, да, про некоторых товарищей. Очень хорошо мне сегодня запомнилось и понравилось. У вас у всех вот одинаковая была ошибка. Прямо потрясающая. Когда мы с вами на брифинге обсуждали, как поиск регулятора. Угу. Каким образом мы с вами обсуждали, как будет произвещаться? По шлангу от баллона. Вы все как один, как сговорились, начинали искать путем наклона и проведения руки к бедру. Мы хотели показать, что мы знаем тоже. Замечательно. Но вас спросили о другом. Поэтому прям вот понравилось, прям вот стабильность. Стабильность – признак мастерства.